Привет, YouTube! Привет, все наши подписчики! Дочь, привет! Привет! Ребят, ну мы не удержались, да, для того, чтобы показать вам, что такое дикий свет. Сейчас мы, знаете, мы приехали, у кого больше всего в нашей компании света, это к Сане, сейчас он появится. И мы хотим, это его свет, у него дорогой американский свет, мы хотим его как раз сравнить с обычным китайским светом, который продает компания «Дикий свет». И вы поймете, то, что есть ли смысл покупать, вкладывать деньги в дорогие провайды, в дорогие какие-то фирмы, для того, чтобы... Вот, ребят, честно говорю, вот делаем все для вас. Также то же самое про резину, то же самое, там, я не знаю, там, про те же самые там, квадроциклы, про ту же самую свет. Да? Не надо стремиться и покупать что-то непонятное. Да, там. Это все распиаренные фирмы. Почитайте книжку, которую я вам советую, и вы все поймете. А мы начинаем наш тест-драйв. Нет, не тест-драйв, наверное, а тест-свет. Давайте попробуем, смотрим. Парни, привет. Мы хотим вам показать сравнительные характеристики. Дорогой, очень дорогой американский свет. Не будем называть фирму, но стоит очень дорого. И фирма «Дикий свет». Все пятиватки. Здесь 24 диода, здесь 24 диода. Сейчас мы нажмем на кнопочки, и все станет на свои места. Нет смысла... Мы для себя уже сделали тест, сейчас его сделаем для вас. Да? Значит, что тебе сейчас надо сделать? Ты сейчас идешь вон к тому столбу. Угу. Хорошо? Да. И там стоишь. Да. Мы тебе включим свет. Расстояние хорошо. 50 метров. Да, расстояние примерно 50 метров. Давай, дуй. Поучаствуй. Давайте начнем. Там стоит моя дочь. Давай, включай, Сань. Это у нас вот... Это сейчас что у нас включено? Это сейчас дальний. Дальний на 24, правильно? Да. Так, давай, теперь ты включай. Я теперь свой дальний. Да. Вот дальний на 24. Вот это вот дальний от компании «Дикий свет». Дальний свет. А теперь ты включи ближний. Тоже 24, но только у нас получается уже она... Вот это ближний, да? Да, ближний. То есть вот это вот маленькая, как раз вот это вот маленькая. Это вот ближний, тоже она на 24. Вот у нас светит, конечно, немножко похуже. Сань, ты свой включи. Да. Так. Что тут дальний, что тут ближний. Одинаково. Да, одинаково, да. А теперь ты включи свой. Дальний. Да. Ну, здесь все понятно, да, то есть. Ближний, дальний. Так, дальше поехали. Сейчас мы еще сделаем. А теперь знаешь, как давай сделаем? Выключи вот этот ближний, и теперь включи только дальний, только верхний вот эту по люстру включи. Это ты только верхнюю или включил? Только верхнюю. Только верхнюю, да? Ну что? Чтобы у вас сомнений никаких не было, нижний выключен. Выключен. Включено, видите, да, включена люстра. Сейчас мы попробуем еще. Санька стоит вот такие вот. Это тоже Китай, да? Саня, давай-ка попробуем их тоже сейчас. Вот, давай, включай их полностью. Олег. Вообще все включай. Так, и включай эти. Вот. А теперь ты вообще также все полностью свое включи. Ближний и дальний. Дальний. Вопросов не возникает. Ну тут, да, мне кажется, все вопросы все закрыты. Блин, не знаю, как вам там показать это теперь. Сбоку. Давайте вот так вот, да, вот так сбоку я буду показывать. Включи еще ближний свой и дальний включи. И ближний включи. Ближний и дальний включи одновременно. Включается либо ближний, либо дальний. А, либо ближний, либо дальний. Все, что, вопросы есть? Вопросов, я думаю, ни у кого не возникает, да? Поэтому, ребят. Решайте сами, звоните туда, узнавайте, насколько, какие там цены и что там, я не знаю. Но я не вижу, честно говорю, ребята, я не вижу смысла покупки дорогой светодиодной техники для того, чтобы все равно видеть вы будете одинаково, что так, что с этим, что с этим. Ничего там такого страшного не произойдет, я не знаю. А переплата огромная, серьезно говорю, прям просто тупо огромная переплата. Вот на Yamaha провайтовская стоила порядка 50 тысяч рублей. Да, ну не знаю, хотите выглядеть дорого, вперед, добрый путь. Примерно как ездить на BRP. Так что все, заканчиваем. Тест мы для вас сделали. А мы завтра начинаем. Давайте, все, компания «Дикий свет», еще раз большое спасибо. Пока.